В Красноярск пришла аномальная жара. По данным синоптиков, в июле температура поднимется на 1-2 градуса выше среднемесячной нормы. Уже в ближайшую неделю красноярцев ожидает до 35 градусов тепла днем и до 20 градусов ночью. Как говорят синоптики, средняя декадная температура июля 25 градусов. Преимущественно будет преобладать восточный ветер. Кроме того, возможны кратковременные осадки и грозы. Похолодание наступит только в конце месяца, средняя температура воздуха опустится до 20 градусов и увеличится осадки. Вот такая, так сказать, картина. То есть жаркое начало, достаточно теплое весь период, кроме, так сказать, понижения хода температуры в конце месяца. То есть к августу немножко будет попрохладней. С приходом аномальной жары сотрудники МЧС предупреждают об увеличении лесных пожаров. Уже сейчас в Красноярском крае фиксируется высокая пожарная опасность. При этом основная доля возгораний происходит по неосторожности человека. Кроме того, с начала сезона зарегистрировано более 14 тысяч случаев укусов клещей. В том числе более 3 тысяч у детей. В связи с этим сотрудники МЧС призывают быть осторожнее в лесу, чаще осматриваться, а также тщательнее выбирать места для купания и отдыха. Конечно, мы категорически не рекомендуем использовать для отдыха водоемы с плохой эпидемиологической обстановкой. Загрязненные водоемы, поэтому, если это город Красноярск, конечно, мы рекомендуем это Емельяновский район, оборудованные водоемы, это в Терентьево, на карьере в Березовском районе, то есть там, где созданы нормальные условия для отдыха.